Сегодня мы вместе с вами будем делать чеширского кота. У меня имеется вот такая основа, слепленная из полимерной глины. Сейчас мы будем превращать ее в пушистого зверька. Нам потребуется щетка-пуходерка для кошек. Нам потребуется также клей. У меня вот такой вот желтенький Уху Универсал, очень удобный. Разные виды ножниц, побольше и поменьше. Маникюрные обязательно пригодятся. Скоро вы поймете почему. Также нам потребуется мех. У меня это искусственная серая норка белорусской фабрики. Довольно бюджетный мех, но приемлемый по качеству. Главное смотреть за направлением ворса. Основа у меня из полимерной глины, я запекла ее в духовке. И сейчас мы будем выкраивать на нее меховые лоскуточки. Самое главное следить за направлением ворса. Потому что если вы этого не сделаете, мордашка не получится. Детали вырезаем следующим образом. В данном случае вырезаем полоску подбородок. Направление меха должно быть сверху вниз. Также нам понадобится острый инструмент. У меня это вот стоматологический зонт. И мы будем подклеивать и скрывать места стыковки пластика и меха. Наносим клей на нижнюю часть челюсти. Теперь берем лоскуточек и прикладываем его ворсом вниз. То есть у нас от подбородка будет идти шерсть вниз. Я примеряла лоскуточек, поэтому смело накладываю его. Мех немножко тянется, поэтому можно кое-где будет подтянуть и поправить. Как следует прижимаю к основе, прям прохожусь по всей заготовке и убеждаюсь, что все подклеено. Лишнее можно отрезать, у меня уголочек небольшой остался. Теперь на кончик металлического инструмента или зубочистки, или ножниц наносим каплю клея и подклеиваем место стыковки. То есть прям на мех наносим клей и прижимаем плотно, удерживая до тех пор, пока ворсинки не приклеятся. То есть у нас получается такой вот скрытый шов. Клей не забывайте закрывать, иначе он очень быстро засыхает. Теперь посложнее задача. Сейчас мы будем делать щечки. Тут нам потребуется карандашик, чтобы выкройка у нас была более или менее точной. Прикладываем мех так, чтобы ворс направлялся от носа к вискам. И намечаем длину носика. Еще раз прикладываем и уже намечаем щечку. Я делаю, как правило, на глаз, но вот, чтобы было понятнее, приблизительно вот такая деталь у нас получается. Мы подрезать эту деталь будем на самой основе после приклеивания. Вырезаю две детали, прикладываю одну к другой. Опять же, внимательно смотрите за направлением ворса. Вот это будут щечки. Две детали, проверяю направление меха. Беру клей и, как следует, намазываю заготовку плотным слоем, стараясь сделать так, чтобы не оставалось пустых мест. Плотно прижимаю мех, распределяю, подтягиваю все места, которые мне нужны. Я прям плотно прижимаю. Здесь нужно будет подрезать носик. Должен мех плотно прилегать, поэтому подрезать уже придется на месте. Готовых выкроек я не делаю, потому что каждый раз заготовка из полимерной глины получается отлично от предыдущей. Повторяем то же самое со второй стороны. Проверяем наш носик. И прорезаем немножечко здесь, чтобы его освободить. Прижимаем все-все края к пластику. Детальки у нас будет 4. То есть это еще не все. Поэтому освобождаем глаза, делая линию верха. И освобождаем второй глазик, тоже вот маникюрными ножницами. Здесь большими ножницами не получится ничего сделать, получится только маленькими, аккуратно, чтобы не повредить мех, который нам еще пригодится. Работа эта не быстрая, но я бы не назвала ее очень сложной, поэтому смело беритесь и не бойтесь пробовать. Четвертая деталь – это лоб с переходом на переносицу. А я уже говорила, что я чаще всего работаю на глаз,
Поэтому вырезаю выкройку примерную и потом уже на месте ее корректирую. Ну вот, подходит. Можно немножко укоротить носик. Сейчас попробую. Наносим клей везде-везде и, главное, в местах стыковки одной детали с другой. Теперь аккуратно накладываем деталь, стараясь ее не водить в сторону, чтобы клей не попал на стеклянные глаза. Совмещаем швы так, чтобы они плотно-плотно-плотно прилегали друг к другу и также не оставляли потеков клея. Вот такая волосатая мордашка у меня получилась. Сейчас мы перейдем к следующему этапу. Во-первых, нужно аккуратно срезать лишнее. Его может и не быть, но мне, как правило, удобнее уже на месте корректировать. Сейчас мы будем стричь мордашку, поэтому нам потребуется какая-нибудь емкость для меха, чтобы он не летал у нас по всей комнате. Первым делом я намечаю улыбку, стараясь сделать ее симметричной и аккуратной, чтобы наш котик улыбался в нужном направлении. Открываем зубки, смело стрижем мех, на самом деле тут бояться ничего не нужно. Если что-то пойдет не так, можно деталь аккуратно убрать и приклеить новую. Клей отвердевает полностью в течение 2-3 часов, поэтому до этого времени у вас есть возможность заменить деталь. Стрижем переносицу, стрижем область вокруг глаз, стрижем щечки. Оставляем не стриженным в данном случае деталь подбородка и большую часть деталь лба с переносицей. То есть вот немножко только носик выделяем, а лоб у нас остается той же длины меха, что и был. Видите, здесь я в данном случае пользуюсь разными видами ножниц. Вокруг глаз аккуратнее выстригать тонкими маникюрными, а большие объемы, конечно, проще стричь ножницами большими. Но тут уже дело в удобстве и в привычке. Главное, чтобы у нас получилась аккуратная линия глаз, аккуратная линия улыбки. Возле носа мы практически полностью убираем мех и получаем вот такую улыбающуюся мордашку. Вы видите, что в некоторых местах все еще видно линия стыка меха и пластиковой заготовки. Поэтому в данном случае повторяем ту же процедуру. Наносим на кончик палочки острой каплю клея, проводим по шву. И подгибаем его, видите, немножко подгибаем так, чтобы волокна, сами волокна искусственного меха приклеились к основе. И повторяем эту процедуру со всеми-всеми швами, со всеми местами стыка нескольких деталей и с местами стыка деталей с пластиковой основой. Особенно аккуратно и тщательно работаем с глазами, чтобы подвернуть все участки меха от века, освободив его. Стоит сказать, что мордашку эту, конкретно в данном случае, я буду тонировать, поэтому прямо до мелочей я здесь не убираю все неточности и неровности стыка меха и пластика, потому что скроет его черная тонировочная краска. Стричь мордашки можно фактически бесконечно, доводя до совершенства то одну деталь, то другую, поэтому главное вовремя, наверное, остановиться, в чем бывает порой довольно-таки большая проблема. Аккуратно смотрим, чтобы все было ровно, симметрично, и достригаем лишние ворсинки, причесываем, снова достригаем, снова причесываем, снова немножко стрижем, до тех пор, пока результат вас полностью не устроит. Я делаю уже не первого своего чеширского котенка, и в конце видео вы увидите несколько разных игрушек с такими мордашками, которые можно пришить на туловище, на подвижный каркас, и получится замечательная игрушка. В данном случае я сделала ушки просто для того, чтобы мордашка казалась законченной. Здесь мы не пришиваем ушки к голове, которой мордочка будет плоская. Но ее сейчас мы будем тонировать. Для тонировки я использую масляные краски. Они дольше сохнут на заготовке, но не блекнут, не выцветают и не линяют. Для того, чтобы покрасить масляными красками игрушку, нам нужно нанести их на большой объем бумажных
листочков. Масло лишнее впитается, и красками мы сможем пользоваться для тонировки меха. С жесткой синтетической кисточкой начинаем наносить растушевывание масла на листочки, чтобы в нем оставалось как можно меньше жира. Наносим на линии соединения меха и пластика. Как правило, пигмента требуется очень-очень-очень мало, поэтому не выдавливайте слишком много краски. Прорабатываем тени. В данном случае я пользуюсь образом персонажа, который есть, поэтому там достаточно много теней. Мордашка будет выразительная, такая темненькая, поэтому я накладываю довольно много тонировки. Вокруг носика, на носике, вокруг глаз такие стрелочки подвожу. Хочу обратить ваше внимание, что черная краска должна именно втираться в мех, тогда тени получатся глубокими и насыщенными. А вот белая краска может наноситься на самые кончики меха для того, чтобы придать глубину теней и немножечко оттенить светлые кошачьи щечки. Голубые полоски в данном случае я тоже сделаю масляной краской, но в готовых игрушках я использую аэрозольные текстильные краски для нанесения полосок. Но за неимением подобной под рукой я покажу вам тот же самый вариант, но с масляной краской. Стараемся втирать как можно глубже, чтобы полоски наши не меняли форму и направление при распределении меха. Пока краска еще не высохла, я аккуратно расчесываю мордашку зубной щеткой. Можно делать это при помощи щетки металлической, но она достаточно грубая в данном случае, поэтому для небольших работ я использую именно зубную щетку. Здесь я немножко решила выстричь ушки для того, чтобы подчеркнуть форму мордочки. Этого делать не обязательно, но можно попробовать. Мордашка получается объемная, но, конечно, она лежит в плоскости. Можно такую мордашку закрепить на рукавичках, на варежках. Сейчас очень модные звероварежки, поэтому можно таким способом их сделать. А я вас прошу досмотреть видео до конца и посмотреть на игрушки, на которые я пришиваю точно такие же мордашки. Это плоская нашивка, но ее можно разместить на игрушках. Получаются почти живые, интересные, необычные чеширские коты. Спасибо за внимание!